открыла пятый этап Кубка мира в Оберхофе мужская спринтерская гонка. Обильный снег и большой ветер добавили интриги. Первым стал россиянин Александр Логинов, которому удалось пройти огневые рубежи всего с одним штрафом, а учитывая погодные условия, приставка всего как никогда кстати. К слову, после стойки Логинов вышел третьим, и качественный последний круг позволил ему улучшить свой результат. Серебро досталось Эмильену Жаклену, несмотря на два штрафных круга. Француз сегодня впервые для себя вышел на старт в желтой майке лидера и, набирая по итогу гонки 54 очка, начинает отрываться в общем зачете. Стур Лалегрейд снова включается в медальные разборки, став третьим. Для норвежца, который в прошлом сезоне в тотале уступил только Йоханнесу Бё, это всего второй подиум в сезоне. В цветочную церемонию попали Йоханнес Кюн, Роман Рёс и Антон Бабиков. Самым быстрым по дистанции стал Йоханнес Бё. Однозначно в актив можно занести гонку лучшему из украинцев сегодня Богдану Цимбалу, 19-я позиция. Для Богдана это personal best в сезоне и первое попадание в очковую зону. Антон Дудченко финишировал 26-м. В гонку преследования попадает и Дмитрий Педручный, который стал 44-м с четырьмя промахами.